соблюдением закона торжественно клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего от них отступления, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, добиваться высокой эффективности прокурорского надзора, активно защищать интересы личности, общества и государства, четко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям, жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость по решению судеб людей, строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции прокуратуры. Сознаю, что нарушение присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры. Служу России! Скажите, сегодняшние законы Российской Федерации сложны для вас? Ну как, у нас Украина, Россия, Белоруссия – это выходцы все из одной великой империи, СССР. Поэтому все, что было за основу в Украине, все это сводится к основе и российского законодательства, поэтому основополагающие принципы законодательства, общие принципы, требования, которые соответствуют и всем международным нормативным документам, они одни. А расхождения, которые есть, мы с ними справимся и не подведем. И я думаю, что не займет определенного периода времени длительного, поэтому все хорошо, и мы справляемся, изучаем. Все понимаем и работаем, уже применяем на практике все действующие законодательные акты Российской Федерации.